Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас вторая реакция нашей латиноамериканской певицы София де Блас. Сейчас она принимает участие в аргентинском вокальном конкурсе, который называется «Пой со мной». И поэтому я прошу вас всех подписаться на ее канал. У нее всего 5000 подписчиков. И я думаю, ей будет приятно, если под видео вы ей пожелаете удачи и победы в этом конкурсе. Всем приятного просмотра. Всем привет! Добро пожаловать на наш YouTube канал. И сегодня у нас реакция по запросу. Я снова собираюсь посмотреть выступление Димаша с песней «Грешная страсть». Было очень много запросов именно на эту песню. Спасибо вам за ваши комментарии. Также я хотела бы вам рассказать, что я участвую в вокальном конкурсе на аргентинском телевидении, который называется «Спой со мной». При участии Марсело Тинелли, одного из самых популярных ведущих в нашей стране. Итак, давайте уже приступим. Это видео длится примерно 7 минут. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Вау. Если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Я обожаю, когда он использует темные тона в своем голосе. Ливни долгие лили, были ночи без сна. В стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Божественно! Эти прекрасные вокальные тонкости. Мне нравится, как он создает вот эту атмосферу, в то время, как песня нарастает. Дай мне ночью и днем сгорать в костре. И вообще такое ощущение, как будто голос исходит со всех сторон. Ночь замкнула ресницы. Вот так фальцет. Очень чистый, при этом воздушный и прекрасный. Забыты звуки, руки, лица, не нужна только ты одна. Околдован тобою. Вау. Выпью зелье до дна. Я думаю, что это его основной регистр. Самый удобный для него диапазон. У него хорошо обозначенная маска. Просто прелесть. Долгим огнем пылать в угле и в пенасте. Ух, какой могучий. А здесь он поет смешанным голосом. Мне нравится, что он так минимален в своих движениях. Окей. Прям призрак оперы какой-то. Он же не дышит. Что это была за нота? Он же вообще не дышит. И вот эти его движения рукой. Вот прям люблю, не могу. Чего?
Восхитительно! Какой риф! Вау! В общем, обычно, когда он идет вверх, он поет головным голосом, более таким людическим. Но вот здесь, честно, я даже не знаю, как это называется. Это что-то вроде таких арабских напевов. Он прыгнул прямо в эту сверхвысокую зону и сделал это в смешанном регистре, которого я раньше никогда не слышала. Это непостижимо. Хочу послушать еще раз. Хочу максимально услышать это. Дело в том, что он вообще не дышит. Красота! Вот и конец видео. Я просто в шоке, и мне до сих пор не верится. Этот парень – настоящее чудо. То, что он делает, это грандиозно. Надеюсь, вам понравилась эта реакция. Не забываем ставить лайки, комментировать и рекомендовать новых артистов. Всем чмоки! Спасибо! Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал Димаша, подписываемся на канал Софии, подписываемся на наш канал, переходим в наш телеграм-чат. Всех был рад увидеть, всем хорошего дня, всех люблю, всех обнял. Пока!